Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Gomo Token. Итак, в прошлой части мы ознакомились, что это за компания, чем она занимается. Сегодня продолжим разговаривать об этом. Итак, данная компания дает токены Gomo не только 3% от каждой сделки покупки или продажи обратно своему сообществу лояльных держателей, но и отдает 1% от каждой сделки покупки или продажи на благотворительность. Сообщество держателей решит, какая благотворительность их получит. Как только предварительная продажа данной компании и дистрибьюция будет закончена, они начнут свою компанию Give and Stake, где каждый сможет поставить токены Gomo, чтобы заработать и токены Tor 2. А процент от нашего дохода также пойдет на отдельную благотворительность. На сайте опубликована дорожная карта, где более подробно показаны все дальнейшие развития, планы, когда что будет выпускаться, вплоть до августа месяца. Как мы видим, на июнь месяц 2021 года запланированы щедрость, воздушный десант, аирдроп, также развитие социальных сетей, привлечение благотворительных организаций, партнеров, стикеры, связь с влиятельными лицами и публичная предпродажа. А уже на июле планируется листинг PooCoin, листинг Blockfolio, листинг на PancakeSwap, на CoinGecko и публичная предпродажа. Токеномика данного проекта состоит из 1 квадратиллиона токенов Gomo. 50% из этого выделено на начальные расходы за топливо, газ, транзакции, комиссии. 3% перераспределяются между держателями каждой сделки. 3% сжигают при каждой сделке. 1% выделено на ЛП при каждой сделке. И 1% выделено на благотворительность. На сайте опубликованы полезные ссылки, по которым мы можем перейти, ознакомиться и задать все интересующие наши вопросы. Вот как мы видим, группа активно работает, и мы можем знакомиться. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.